Мы продолжаем рассказывать о людях, увлеченных своей профессией, тех, кто всю жизнь посвящает своему делу. Наталья Барба много лет трудится в Управлении по делам несовершеннолетних, их защите и прав. Курирует неблагополучные семьи и трудных подростков. О судьбе и работе этого замечательного человека расскажут мои мирнинские коллеги. Наталья Барба – человек открытый и добрый. Эти качества отмечают все ее коллеги по работе. Трудно представить, что она посвятила себя такой нелегкой профессии – работе с неблагополучными семьями и трудными подростками. В отделе опеки и попечительства работала, потом уже вот комиссию по делам несовершеннолетних. Вообще 8 лет я возглавляла два дела сама. Комиссию по делам несовершеннолетних и защита их прав, и плюс отдел опеки и попечительства. Вот так мы работали. Молодую активную учительницу начальных классов заметили и пригласили возглавить ведомство в 1992 году. Дали всего 3 дня на размышление. Так и начался ее трудовой путь. Постоянные комиссии, рейды по неблагополучным семьям и работа с ними. Уже выросло целое поколение подопечных. Я знаю целую галерею трудных подростков, у которых вовремя на жизненном пути встретилась Наталья Николаевна и стали нормальными, обычными людьми. Сегодня в управлении трудятся всего 3 человека на весь Мирнинский район. Объемы работы большие. Каждый четверг комиссия выезжает в населенные пункты с проверками по неблагополучным семьям. Работаем в ночное время. Вот работаем, проверяем, как они живут, есть ли питание для детей. Она большой профессионал своего дела. Умеет найти подход к людям. Человек неравнодушный к чужим проблемам. Более 15 лет возглавляет профсоюзный комитет администрации района. Любит спорт, шьет и вышивает. А ведь есть еще и семья. Муж, дети и внуки. Остается только восхищаться ее неиссякаемой энергией и оптимизмом. Мария Урцева, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край».